ПП завтрак. Чик. Подошла уже сейчас. Макароны кидаем. Бантики, блядь. Две трехлитровочки готовы, вчера квасил. Ну как поставил. Пусть квасится 2 дня. Можно жрать. Здорово, подписата. 15 мая. 18 минут 8 утра. На пожрать у Женечки. Бантики, макароны. И грудка. ПП завтрак такой. Потихоньку ходим. Входим. В диету. Ну, вы поняли, короче. Каждый по-своему понимает. С нами бантики. С грудкой. Ням-ням. Лучок. Непривычно это есть без мазика, без кетчупа. Слушай, от него тоже глаза слезятся. Не знал. Сейчас сижу, прям глаза слезят. Я еще закрыл окно. Мне многие пишут, сделай в кефире, в сметане, нет, мариновку. Я не буду, я только в мазике делал, потому что я раньше всегда ел в мазике, и для меня мазик топ. Потом какое-то время мне кто-то насоветовал
в минеральной воде, но это я несколько раз, и вот в луке. Короче, мазик топ. Ну, никому не навязываю. Я просто, честно, наскучал по мазику. Эти капусты еще 2 дня ждать. Две трехлитровочки. Только грязи этот капуст. Ну как грязи? Вы поняли, о чем я. Режешь, все летит. Да от всего всегда все летит. Не летит только если доставка приезжает. Да ничего ни хрена не летит. Весь мусор сразу в мусорку выкидываешь, все. Единственное, я набивал с колотушкой прям туда. Осмотрел одну женщину, она говорит, сильно не надо набивать. Типа ты из-за этого хруста не будет, ну ты считай ее. Я рассол в воде прям делал в кипяченой. Единственное, заливал не кипяченую, а тепловатую воду. А она вообще, например... Прям положил также 2 соли, одну сахара и просто водой проливал. Интересно. Всем пока.